Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня 4 года, как мы живем в Крыму. Филька! Думаю, я думала, решила я себе набить тату. Отметить, так сказать, этот день. Но вы уж так-то меня не осуждайте сразу. У меня не первая она. Я себе делала 55 лет. Просто ее не видно. Вот. Он тут прям захотелось. Так что вот сижу, жду мастера. Он приедет прям домой. Ну и покажу вам, что из этого получится. Серьезно, это как? Что за разница? Значит, давно живу без мужика. Никто, блин, не дает. Не хватает жестких ощущений. Стало неприятно. А не стали ничего. Вон тут есть. Где Вов-то? Мерси, дяденька. Мерси. Кому надо, контакты мастера будут под видео. Андрей делает не только татуировки, но делает перманентный макияж. То есть вот брови, глаза, губы. Любую красоту наведет. Ну иди показывай. Тан-тан-тан, тан-тан. Отпраздновал, отпраздновал. Инстаграм. Непорядок. Ну вот такая получилась татуировка. Брутальная. Ну я люблю такие вещи. Вот. Читается I am, переводится как я есть. Коротко, ёмко. Ну вот, что хотела, то сбылось. Пока, мои дорогие. Завтра у нас будет, ну, не розыгрыш, а покажем, что будет.